В ветхих ведах написано 40 тысяч лет назад, не написанных, а записанных, по крайней мере, если говорить о Перуне, посещении земли, это он прилетел и сообщал жителям, нашим предкам, то, что будет 40 тысяч лет наперед. Были предсказаны все события, которые произошли, и вопрос, почему боги, представители светлых сил, не вмешивались в происходящие на мировой земле события, если знали заранее, если них знали заранее. Не захотели, не могли, и еще какая-то притча. И что можем сделать мы, простые смертные, если даже боги не могут помешать темным силам творить их свои грязные дела? Вот это тоже отпечаток, уже думаю, христианства, прямым или косвенным образом, но он есть. Во-первых, первое, постараюсь ответить вопрос этот, наиболее объемно, полно. То, что, понимаете, одно дело событие видеть, а одно дело событие изменять. Понимаете, вот опять-таки сказываются следы уже искажения миропонимания. То, кого называли наши предки богами, это не были Всевышние, которые творят Вселенную и тому подобное, понимаете? Это были разумные существа, люди, некоторые из них существовали. Помните, источник жизни, почитайте, где в богах раскрываются скрытые силы, помните, да? Значит, это просто люди, которые достигли эволюционного уровня, большего, чем другие. То есть в силу своих генетических способностей, потенциала генетического способности, сущность, комбинат, все дает возможность тому или иному человеку продвинуться в развитии дальше. Вот они вышли на уровень Творца, но уровень Творца, это не значит, что вот вы только проклюнулись, Творцом стали, да? И вы сразу можете Вселенную вращать и создавать. Ничего подобного. Просто проекцию провели, что вот навязано христиан, что Бог, это значит, может все. Опять-таки, правильно будет то, что наши предки называли, это не Бог, а иерарх. То есть человек, в данном случае, в большинстве случаев, который вышел на уровень творения, имеющего создавать что-то. И этих уровней и подуровней, после этого существует множество. И все зависит от того, на каком уровне развития находится тот или иной иерарх. И поэтому, если в тот момент Перун находился на определенном уровне развития, гораздо выше, чем все остальные, естественно, то, что он мог делать, это было недосягаемо для подавляющего большинства людей, того же его времени. Это не значит, что если он мог видеть события будущего, что он мог менять будущее. Это первое. А второе, что мы можем делать, если типа смертные, простые. Смертным мы становимся тогда, когда мы сами себя гробим, когда мы умираем внутри. А вот если каждый человек будет стараться продвинуться вперед, и пускай даже он не продвинется очень много, но он продвинется максимально, что он сам может, он реализует сам себя в этом воплощении. Понимаете, задача каждого не добиться чего-то, того, что он не может добиться. Задача каждого добиться самореализации, максимальной самореализации. И здесь нельзя сравнивать, вот почему вот он добился того-то, а почему я этого не добился. Почему это смог сделать? Это, вот это вот то, что навязывается нам, это вот гнилость, извините. Нужно радоваться за другого человека, если он смог добиться чего-то. Это помните, как анекдот? Собака, типа, машину себе купил, когда в советское время, помните, да? И так далее. Нужно, если человек это сделал честно, своим трудом, не убив, не обокрав и так далее, нужно радоваться за другого человека, что он смог достичь чего-то. Поэтому, вот, когда мы живем в себе такое вот рабство в душе, это рабы ведут себя, они завидуют другим. А человек свободный, он никогда не будет завидовать другому. Зачем? Свободный человек в том плане самодостаточный. Он знает, что и кто он, и зачем. И поэтому, если мы, каждый из нас будет делать то, что он может, и максимально, а не думать, это невозможно. Понимаете, невозможное, оно почему невозможно? Потому что мы сами ставим блокировку. Конечно, не у каждого получится. Но все равно, если человек сделал, у него получится что-то. Пускай не все, что он хотел, но получится все-таки что-то. И это что-то будет гораздо больше, чем ничего, с моей точки зрения. И поэтому каждый человек на любой ситуации должен, с моей точки зрения, действовать, заниматься того, чтобы добиться всего. А вот что, смогу я это сделать или нет? И приложить в это усилие. Через именно труд, колоссальный труд, человек может продвинуться. Понимаете? И понимаете, многие считают, потому что опять-таки навязали, делать ничего не нужно,
Вот, типа, за Господь Бог все сделает, или посиди, только попроси, и тебе все дадут. Вот кому-то дали чего-то. Вот сколько тысячи лет, что-то ничего не получает. Сколько не просят, кроме проблем ничего не получает. Поэтому уже пора сделать вывод, что просить никого ничего не нужно. Нужно добиваться своим трудом. И труда нужно много, и действительно много. Пример вот, что было, что для того, чтобы сделать, вот я сейчас выставил следующую, последнюю статью сегодня, несколько дней назад по источнику жизни, да. Две статьи, это в течение полутора месяца. Это 402 иллюстрации, только иллюстрации сделать, так? Вот посчитайте, сколько времени мне потребовалось, чтобы сделать 400 иллюстраций. Минимум 15 минут на каждую. Это минимум. Это только иллюстрации. Это полгода работы обычного работающего человека, если посчитать по 40 часам, да, разделить. Это только одна статья. А эту же статью я делал между всеми остальными. Понимаете, просто не нужно труд, единственное, что может нам помочь сделать. И если даже человек имеет талант и не будет ничего-то работать, то ничего не произойдет. Понимаете, вот некоторые говорят, вот мы все хотим, но ничего не хотим делать, все хотим. Не получится. Даже то, что кое-что я успел и смог сделать, опять-таки, вот ту статью за последние полтора месяца делал, которую, это я делал между всем остальным. Это не только это дело, а это побочное, знаете, сбоку. Понимаете, если не будем работать, мы, если не будем трудиться, мы ничего никогда не достигнем. И именно вот это я хочу, понимаете, никто нам не придет и не принесет на тарелочке злобы каемочки хорошую жизнь, так? Если мы сами за эту хорошую жизнь не будем бороться. Не глотки грызть друг другу, я этого не призывал, а именно бороться, чтобы не допустить подлости, низости, которые у нас происходят. Вот наши, так сказать, ребята из движения ездили, это Владимирская область, да, Вартан, кажется, да? И там, вот пример прекрасный. В одном из городков Владимирской области люди уже стали, в прострацию от того, что наркомания, все заселено, молодежь гибнет и так далее, от наркотиков и тому подобное. Что они сделали? Они не стали писать там жалобы, обращаться письмами и тому подобное, что чаще всего делают. Они пришли к своим, жителям своего города и сказали, вот к такого же это достало, чьи дети погибли и погибали от наркотиков. И сказали, мы предлагаем вас, выберите нас в управление городское, или там поселок, не знаю, что там, мы разберемся с этим. Люди их знали в лицо, знали, кто они, что они, и поддержали их, выбрали их. Что произошло после этого? Они, получив официальную власть, выбрали же, правильно? Администрация и так далее, городская. Уволили всех милиционеров, прокуроров. Набрали людей, которые не продаваются, которые понимают, что наркотики... Да, деньги можно получить, взятку от цыган, например, которые распространяют там наркотики. И жить человек будет, но когда его собственный ребенок погиб от этого, такой человек никогда не возьмет взятку за наркотики, чтобы позволить эти наркотики распространять. И что? В этом городе нет наркоманов, нет наркодельцев, милиция работает как положено. Видите? Не ожидай, что там царь-батюшка придет и все принесет. Вот то, что это как раз подтверждает то, что я говорил. Выборы должны быть, проходить много уровней. То есть люди вот знают друг друга, знают, на что человек способен, дают ему право проявить себя, выбирают его, справляется, оставляет, не справляется, его заменяют. Потому что они знают этого человека и видят его результат. А те люди, которые уже это, выбирают уже больше, потому что они видят, как он справится со своим. Но прямые выборы – это псевдодемократия, которую навязали те же самые враги, когда люди выбирают людей, которых они чита не знают, потому что средства массовой информации могут сделать все, что угодно. Я, например, знаю, что на меня в спецслужбах лежат файлы. В одном месте лежит файл, где истинно отображена информация, что я делаю и как я делаю. То, что большинство людей не знает, а они знают. А в другом месте лежит файл, что я проходимец, авантюрист и так далее. И вот они, зависит от того, что понадобится. Понадобится это, вытащит этот файл. Понадобится это, вытащит этот файл. Понимаете? Вот это называется манипулирование сознанием и трусость, и рабство в душе. Потому что боятся вытаскивать какой-то... Тот файл не пытались, но у них не получилось по некоторым причинам.
Вот. Почему? Потому что боятся меня, потому что я кое-чем владею, чем они не владеют. И, естественно, они прекрасно понимают, что я воин, а не хлюпик. И что я буду бороться за это дело, пока я дышу. А запугать мне сложно в этих вопросах. И даже если они меня каким-то образом уничтожат, это тоже мало чем поможет по некоторым причинам. Поэтому сделать очень многое. И все мы смертны, и я смертный тоже. И кое-что делаю, видите? Хотя я тоже смертный. Так что любой смертный может сделать очень многое, если он будет поставить целью не, по крайней мере, не служить самому себе, а служить делу. И, естественно, нужно иметь смелость и храбрость, как говорится, стержень, чтобы это делать. Потому что многие боятся. Вот опять-таки, если у меня лежит информация по поводу движения. Да, у нас растет движение и так далее. Но, смотрите, книгами, только по двум сайтам, 900 тысяч скачано, гораздо больше в реальности. А в движении всего 500, меньше, чем 500 человек. Почему? Боятся люди. Потому что вот мне говорили, кто участник движения, что их даже спрашивают, а вы не боитесь, что вас уволят с работы? Ну и что? А что? Получается, что если ты оставишь правду, значит, страх о том, что уволят работу, да, уволят с работы, да, это неприятно, да, это проблема. Но извините, если мы не будем бороться, почему такое возможно? Потому что единицы пока это делают. А вот если бы все делали, активно были, то всех не уволишь, всех не перестреляешь, понимаете? Потому что паразиты, они не могут существовать сами по себе. Им нужны, как говорится, доноры, на которые они паразитируют. Поэтому донора они никогда полностью не уничтожат. Поэтому всех никогда не уничтожат, потому что тогда они сами загнутся. А вот пока все в страхе трясутся, то а как же я буду кормить свою семью? А вот как же это, что же мне завтра жрать нечем будет? Так извините, выбирайте, или вы хотите быть свободными и людьми, и ваши дети, внуки и так далее, или вы хотите становиться рабами. Вот нужно выбирать, нужно действовать. И действовать не обязательно выходить и кричать направленное действие, нужно просветление, знаете, когда люди начинают понимать, когда пробуждаются люди. И чем больше, почему, что мы делаем сейчас, это агитация, то есть просветление. Люди должны понимать, зачем, почему нужно что-то делать. Потому что людей настолько облили столько множества лжи и фальши, что люди уже перестали верить во что. Это тоже специальное действие паразитов, чтобы они специально подсовывают людям ложь, для того, чтобы потом люди перестали верить во что, во все хорошее, только считают, что все это ложь и так далее. И этим самым превращают людей в пассивных, бездеятельных, и тогда манипулируют направо и налево. Поэтому каждый смертный может сделать очень много. И пускай не все, но он может сделать все, что он в силах сделать сам. И это будет, если каждый сделает то, что он может сделать, это будет вот так –